15 ноября. И мы едем куда? С Борей? Едем с Глебом. Уэльс. Мы едем в Уэльс. Да, не все было бы гладко по дороге. Уши закладывался. Что-то мне уши заложило. От спуска отрезка. Дождь обещали. Сегодня самый лучший день, мы пристали в пробке. Будем смотреть эти доисторические места, которым по 6 тысяч лет. Snowdon Mountain. Здесь других нету. Но с Уэльс поедем. Там расисты одни. Нацисты. Они ненавидят англичан. Ландатно. Мы, похоже, будем проезжать Ландатно, где мы раньше были. Хлеб. Как русская. Лучше какая-то церковь. Спиков. Из этих трех стран тебе какая больше всех нравится, Глеб? What do you like most? England, Scotland or Wales? Island. Oh, look at this. It's a square though. Island, he never been in Ireland. It's too sunny. Where to sunny? Island. Well, what give you weird idea? Because like in a Ah, вон, мы, наверное, сейчас приезжаем, Глеб. Это место Мемилия. Темное. Видно, они там совсем рядом. Ну ладно, давай просто мы сейчас его в темноте посмотрим, да, это место найдем. Чтобы завтра не искать, да? Мы поедем в отель. Вы есть тоже больше не хотите? А вон, вот она, Глеб. Вот, наверное, эта вот река, вот этот пролив. Это мы уже, наверное, Англсы сейчас. А? No, Англсы еще не так снова, Маунтин. Это Island. Little Island. Это Big Island, actually. Вот, look. Show you the map. Да, мы уже проехали Бургас или Бургур, у него не есть. Да, это Англсы. Всего 2 мили осталось, не 4. Это предыстория Куньева. Ну смотри, немножко не успели. Если бы не этот трафик идиотский, мы бы успели. Может, правда, сегодня пораньше спать лечь? Надо будет. Это пост-код, а пост-код это может быть где угодно. Как называется это место? Сейчас я тебе скажу. Там у него какое-то уэльское name. Вот, приехали мы. Это Брун Келли Ду.
Но здесь совершенно ужасная видимость. Yeah. Look at this. Я ничего толком снять не могу. Здесь все размытое получается. Смотри, какая ерунда у меня получается. Ну, посмотри. Так, я ничего не вижу. Ну, подожди, можешь попробовать мне снять эту вспышку? Подожди, Глеб, не заходи тут. Вообще, все зеленое здесь. Не исключено, что это реакция. Did you know they it was literally just like some random place in London. Like are they just like in London? Yeah, like it was on the road, like they uncovered the. Вот здесь нормально. Так, вот мой этот чанты. Опять здесь ничего не видно. Качество. Получается очень плохое качество, я не понимаю почему. Я думала на обоих телефонах. А вот этот стол, он прехисторик. А, так это с этой стороны все. А, подожди, wait for me. The scene goes. How good, eh? Come on. Yeah, it's the same one we saw in Orkney. No, you don't need to. Tell them you can straight. Ah, вот на этот stone. Look, this is a stone here. Какой старый все. 6000 лет, можно в этом поверить? Посмотри, вообще ничего не видно. Ну, да. Может здесь, может, ну почему да. На других камерах видно, на это не видно. Вот мы опять здесь, но только уже днем. Вообще так темно-то. Классас. Ну-ка, Глеб, посмотри на меня. Почитай, что здесь написано. People of the Neolithic, who built this tomb around 5,000 years ago. 5,000 years ago, can you imagine this? Were farmers, maybe having accurate calendar to plan when to sow and harvest crops was important for their success? Like Stonehenge or Newgrange in Ireland and Mesho on Orkney. Oh, I've been there everywhere. Bryn Celyn-Dhu was deliberately allied with the movement of the heavens. Maybe this solar calendar enabled prehistoric people to know the right time of the year to come together at this distant site for important celebrations. If you are lucky enough to visit Bryn Celyn-Dhu at the dawn on the midsummer solar light, or simply to witness the sunset from the mound of any time, you will share a fleeting connection with our distant ancestors. Вот как. Так, вот она in front. Так. Now, mysteries of Bryn Celyn-Dhu. We don't know how many people were originally buried in the tomb. It remained open for many hundreds of years and suffered from erosion and disturbance. There is a single smooth stone
monolith, standing guard of the shadows of the burial champa. Sentinel keeping watch over the ancestors. Or perhaps it was revered as a symbol bringing fertilities to the crops and livestock. Did you read about this? Read it. Lying face down over the pit of the center of the mound, there were once two fallen stones, pillars, one decorated with a spiral and zigzag design. Was this hidden art designed to the ancestors to enjoy, or was it used by the priests or shamans at midsummer ceremonies? This decorated stone is now on display of St. Fagan's National History Museum near Cardiff. The upright stone on the site today is in a concrete replica. The grassy mound that partially covered the tomb was reconstructed after it was excavated in 1929. Я там другой. Сходим сейчас туда тоже. Я думаю, что это и надо при historic place. Я сходим туда тоже. Здесь что не место, то история. Очень интересно. Вот как они все это делали на островах? Он у окна тоже. They built it all on the islands. I wonder why. Так, сейчас попробую go inside. Вчера не было ничего видно. Сейчас попробуем, посмотрим, что будет сейчас. Ууу, какая. Ууу, какая страшная. Страшно? Вон какие-то исторические камни. Can you imagine, this is 5,000 years old. Can you imagine this? It older than Egyptian pyramids. It is amazing. Now what is this doing here? Somebody put... Look at these old walls. Ooh. Towards the end, the very smells quite nice. Smell? Yeah, smells nice at the end. What do you mean, this disgusting smell? I don't smell anything. Oh, actually, yeah, you're right. There is smell something. Oh, look at this. Look. Even touch it. 5,000 years old. Так, вот это они поставили реплику, да? Жаль. Вот это все оригинал. Конечно, тут вон доска, это явно реставрация. Ох, какие стены. Это история. Я около нее. Мам, do you want to try it? Карион. Please, Карион. Так, look, там и надо prehistoric monument. You can see it's prehistoric. When I come down, you stop, okay? Maybe now then? No, carry on. I don't want to stop, because this is how you actually wait till I come there. Так, вот я дублирую на другую камеру. Вот здесь даже лучший вид. Вот я внутри этой пещеры. Это тумб. Это сейчас мы днем пришли. Здесь намного лучше видно. Вон выход. Сюда нужно приезжать Midsummer Eve. А это что за свет за такой? А что-то там светится. А? 5000 лет назад, а? Трудно поверить. Может, врут? Да нет, не врут. Неополитик пипл, или как они называются? Неополит. Эпоха неополита. Да как you doing? Where did you get it from? Where did you get them from? Where did you get them from? Well, it's in camp. Look.
Look at it. Ah, it's actually done. Get a leaf like this. You have to put it between your thumb. And then blow. What's very poor. I think you cracked vistas here. The only thing is, ancestors wake up. Have you been inside? What? Так, right. Shall we do a few pictures here, please? But they want pictures for Yulia? No. I don't think you can. Вон там еще какой-то исторический монумент. Здесь вон окно. Окно выходит сюда, сейчас я вот это сниму. Вот Борь собрался есть вот эти вот грибы. А вот тут ручеёк журчит. Ручеёк течёт. С этой стороны. Это красиво. Да. It's nice woods. А это birds watching. Ручеёк журчит. Боярышки кругом. Сейчас пойдём к следующему месту. About this. So keep looking. How many minutes left? Oh, how many miles left? 1 minute. I think it should be here somewhere. Look for the sign. I believe there will be some sort of sign. Lady tourists. Look, what is this here? Со снегом вверху. Я, в принципе, сильно не настаиваю, если... Мы самое основное мы посмотрели. Остальные тут их много. Может быть, даже стоило остановиться вот у того, который ты видел. У того? Ну да. Если сейчас не найдем... Хотя это хорошее. Но проблема в том, что они теперь they can't give you exact destination. As
said to you, have to stay here for a week and go every single bit. It's quite big island. Вот, вот здесь вот должен быть пост. Green farmhouse. Как называется эта ферма? Какой-то богатыр, боговыр. Не он. Это не ферма, это... Так, сейчас... Ты собрался ровно туда брать? Сейчас ума сошел. Кстати сказать, когда мы тут были в Уэллс, не Слоудон, они где-то продавали, они в местах продают свежую эту... ламп. Ты любишь ламп? Дорого, ну, относительно недорого. Можете смотреть, это они в домах иногда продают. Дешевле, чем магазин у нас. И сама ship in this country of ship. Right now the world wants the UK's goods and services. Our reputation for quality and innovation means there are buyers around the world wanting to work with our business. The demand is out there. You should be too. Вот тут, смотри, может здесь можно заправиться где-нибудь. Какой-то город. Смотри, так все. Сейчас едем к южному побережью, да? Даже не, не к южному, нет. Ну, вроде бы, да, к южному, да, к южному. Стоим. Потому что на востоке там вот этот вот пролив, а море само вот там на юге. Если увидим какой-то brown sound, давай остановимся. Sign. Sign. How the game works. Sometimes people hear or see different things on the TV, but on the radio, never seen any family sounds. I'm going to give you another little reminder, just in case you've only joined us. Have a little listen. Possibly one of the easiest things we've ever done, but lots of people are hearing something completely different to what I'm hearing. What have you got? Who's that one from Emily? That one's from Emily. She said rubber ducky. See, I don't know where's rubber from. Because yeah, but also I've got rubber chicken. I can't hear rubber. Look, one more time, please. That is to me. We know. Yeah. We know what that sounds like. Yes. But let's speak to Tara. Hiya, Tara. Hiya. Morning. Tara, come on. What a name. Don't let us down. I think it's spring chicken. And I can tell you where it's chicken, although for legal reasons I'm not sure. It is spring chicken! Yeah. В России, если девушку назвали Сарой, значит, точно она еврейка. Знаешь, как там Абрам и прочие, Исаак. Как Исаак по-английски? Айсек? Айсек. Частный. Соломон. Никто никого еще не назвал Соломон. Соломон. Черная кисть. Но мы же не верим в черную кошку, правильно? Вообще-то скучание надо избавляться. Избегать. Чтобы не впасть в скучание больше, надо их избегать. Вот это что такое? Оглядываю на заправку. Скорее всего, ты сам не видишь, что ли? Я их, скорее всего, не узнаю.
Я смотрю на своей стороне. Лев, if you see a petrol station, tell me, right? Huh? Okay, Глеб? It's настолько rural, что я вообще не знаю, где-то чего. Very rural here. Rural. Rural. Вон и лес. Да не лес. Вообще не знаю, здесь... Вот 400 метров паркинг, может быть, дам заправку? Так, стоп. Вот смотри, вот здесь... А, это Волк и что-то еще. Ну, давай вот на Волк остановимся, а? Нет, тут, наверное, какие-то еще монументы это Волк. Can you go slow? The forest. А ты не хочешь пойти на форест? Нет. Will feel bad. Не сейчас. Ну, здесь, может быть, какие-то... Want to go to forest. We're going towards coast, as far as I understand. Вот это вот третье уже близко, но четвертое должно быть совсем близко. Вон, look, this walk here. When just young, maybe I would eat. Just don't have this horrible smell. Look for petrol here. It's another town. City. Where? Может, maybe you should ask the block where can you? Otherwise you will be in trouble. Ну как рано. Богодан, I just saw the name. Боговин. Ну вот это просто есть. Это остров. Какая столица? Столица это Holy Head. Ну, городок или селение. В любом случае, вот это prehistoric site. Сколько минимум? А мы не мини слев. Somewhere.
Как же они тут живут-то, непонятно. Может, их вообще так на заправку на острове? Ну да. А может быть, вообще нет заправки. Как? А как же они справляются? Мейнленд. Мейнленд — это довольно большой остров. Большой остров. Никто не продержится там. Не, ну столица, наверное, должна быть. Но до этой столицы еще доехать надо. Столица на другом острове. Ты понял, какая тут система? Мы сейчас едем по Англсии. А следующий маленький островочек. Смотри, Браун Сайд. Ну-ка, стоп. Что вы себе будете засыпать? Where we need to go. Стоп, стоп, стоп. Four miles yet, ma'am. What is this? А, это кафедрал. Four miles? Так вот. Вот этот вот остров большой. А до столицы нам нужно доехать на следующий остров. Холи Айленд. It's on the very end. То есть не исключено, что нам может не хватить. Трава не опотёт. Больше квотер танк нам? Или уже меньше? Bit less. Вон там, посмотри, вот что там, пак. А, это Аберфроу. Историка. А, вот, все, хвала богу. Вот, можешь, can you stop? So we'll see what's on here. Very important. Toilet center. I didn't get it. Toilet. Walk. Ориентируешься? Сколько? Час? Больше? Ориентировочно на миле, наверное, миль. Миль 100. А, ну 100 миль это нам, да, это хватит. А что вообще делать в таком случае, если бензин кончился? Машина просто останавливается? Ну, да. И что? Останавливается. О, все, нам сюда, 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 стоп. Вот оно место. Вот. Это оно. Historic place, yeah. Yes. Там указатель стоял, видишь, видел коричневый. Мне показывает стрейк. Он тебе показывает не само место. Хотя подожди, там это указатель я видела точно, именно на него. Вот. Подожди, это не то. Да, это оно. Поехали назад. Поехали назад. Вот то, что там указатель был Браун, это он. Вот. Ту. Заворачивайся здесь и поехали назад.
хотя бы это не пропустим. Где-то там нужно будет тебе остановиться. Ту или Тай Кросс. Как читается, Глеб? Тай Кросс. Кросс. Здесь полу дарит. Тебе не лето, тебе сюда райд дарит. Совсем немножко. Где-то там, я не знаю, где там чего, но кажется. Very slowly, as well as missing, just think just there. The new Chancellor says the vote to leave the EU is behind every decision he's making at the moment. Right. Philip Hammond will make a statement on Wednesday. More money's being promised for struggling families, housing and transport infrastructure. There's more than billion pounds for road projects. Philip Hammond, the RSC, is not impressed. Think that the nation's drivers do have to be allowed 27 million pounds each year in fuel and fuel alone. It says that the summit, where's the rest of it? We know there's a big backlog of work out. Go slowly, just let me look what is behind the sign. Near the sign, can you stop and wait? I can't stop because there's a car behind me. How can I stop? Are there any car behind now? Yes. How can I stop? Так, ну тогда смотри. Вот, вот этот sign, yeah? What it mean? Cycrest, and showing you this way. Ну, through this gate, I suppose. Ну, нет, конечно, мама. It's by sheep in this gate. I turn left here. Yes, exactly. This is no signs anymore. Perform a U-turn. She doesn't like you go this way. Это не он? Может быть, и он. Подальше, посмотрим. Is this car park? Oh, yeah. It's absolutely nothing about the chapter. А, все при... Вот, подожди, здесь что-то такое, можно почитать. Может быть, здесь оно? Он говорит, in the end of car park. А, вон еще и нас брался. Мама. It's beautiful here. Иди. Я смотрю, что же здесь beach look. Глеб, look at me. Chamber. The burial chamber can be viewed externally all year round during the assist. Accompanied viewing of the burial chamber is only available on weekend on bank holiday. Okay.
So what is this? Take a short stroll along the coastal paths. You will discover a mystery prehistoric tomb on the cliff top, looking out across the Irish Sea. This is very nice chamber here. You're missing a lot. As people told me. Так, пойдем сейчас в эту чамбу. Будет это не было. А мы Глеб Гонер. Это Борис, а? Is Boris this? Oh, I think he's following us. Eventually. Look at this cliff, oh! Yeah, I'm scared of heights. Somebody joining us. It's climbable. Somebody miserable coming here. I believe there's a good diving here. It's better than Cornwall. No? Very good chamber on the top of the cliff. Что здесь? А. Так, right. Neolithic Baclodiad V. Caures Neolithic Chambers. Cabin. Ага, это 2500 before Christ. So it's not, it's 4,500 years old. The mound cover a cruciform shaped in a chamber, used for the burial of the dead, and approached by the covered passage. Three of the stones at the junction of the passage and chamber, and two at the bank of the side chambers bear original decorations. This monument is the care of the Secretary of State of Wales. Так, ну давай посмотрим. Look. Can't go in there, unfortunately. Original stones. Yeah, it's locked. I'm sure you can feel. There's probably more to this place. Can you shine the light on the right side? Yeah, that's it anyway. Huh? That's all of it. So have you got your light? Use one. That's what I can see in the saw. In the camera I can see more than I can see without. Well, actually, Mum, if you came here one day with some of these things, you know, where you put this and you do it on the lock, you can be able to go in. Oh, that's okay. But it's literally held by locks. If you break the lock, you'll be able to go in. Oh, I don't want to break the locks. Let it be. Look, look at the sensor. Case is the largest. Oh, it is. Can you see? Of course, we brought some locks and pliers. We can break those locks. And it's the largest. Put some new locks in. Largest Neolithic tomb. Look, this is 2,500, 3,
thousand before Christ. So it is four and a half thousand years old. Can you imagine that, sir? Yeah. Ah, look at this. These are stones. This is a way how they did in a Stonehenge. This is some sort of druids, I believe. It's nice. It's a lovely place. Так, дублируем на другую камеру. Так, это у нас Барклоин, Неаполитик Чамба, from 2500 before Christ. То есть это 4500 лет ей. Значит, она построена в 2500 веке до нашей эры. Вот так вот, вот все здесь. Да, трудно представить. Да, ну, конечно, потолок реставрированный. А вот тот потолок оригинал, да? Или тоже реставрированная? Нет, потолок реставрированный. Какая травка, мягенькая, как матрас. Ах, какая прелесть. Посидеть на этой травке. О, полежать даже можно. Отлично. Козлом здесь вовне, не козлом, а этим бараном. Там вот эту церковь мы обязательно посетим. Она внутри Roman Forum.
Нет, подожди, а как же она не была захвачена Романс, если здесь Роман Форд? Значит, была захвачена. Не знаю, значит. Единственное, что я читала про замки. Я знаю, что Шотландию эти самые римляне не захватили, а Уэльс, видно, захватили. Сизу. Все по-моему. Пусть тут волк. So lovely here. Spend more time. Смотри, домики какие. Вот Варисимила Высоинен Инванес. Не Инванес, а этот, Абадин. Глеб, помнишь, Глеб? Remember houses like this, all grey. Don't even realize how lucky you are if you can travel, Глеб. When you grow up, you will remember this. Он и там за Эгей. Ну все, нашел, где запахнул это самое. Пах. Метро стоишь. А сколько у тебя еще бензин? Ну, это вот что. Хебаб. Я не думаю, this second one not as popular as first. No rain. This promised rain, forecast was rain today. Ну да. Что-то да. Фамла. Фамла. Да мама ошибается. You remember? Yeah. Which is absolutely expensive. If we go by train, we'll stay on this Bagvar on another side. Train here is very, very expensive. It's not connected with my plane. Еще такие мил. Ну что, не найдем, получается? Остановись здесь, посмотрим, что там, может, там что-то. Нет, ну, просто правильно. Дай мне правильно, я не думаю, что там правильно. Ладно. Дай, остановись, пожалуйста, дай мне выйти. Видишь? Правил стол. Правильно. It's not правильно. It's sign here. How, arrow here, how can we pray it wrong? It's a farm. Ну, ясно.
ваш мост это очень трудно найти. Мне кажется, даже проще, when we're driving, we just stop and we'll see from side. Ладно, поехали. Давай. Да, вези, вези тогда вот это забиваем вот. Забиваем код. Бранду. А вон еще мельница, смотри как. О, тут что-то старое, смотри. Какие-то руины. Turn right. Руины Мошка. Церкви. Так, может было, я и говорю, давай остановимся. Какая деревня. Ну, Глеб, do you see the difference from England? Why they hate English? But they've been very polite with us, probably because of me. This lady who showed me the way, she Welsh, she was so polite to me, asking where I'm from. Она тоже не English. Ну да. Да, она мне объяснила, как пройти. Look at the sheep. Yes. Black sheep. Baba, black sheep. Have a last question. Turn left. Эти серые дома. В Шотландии, похоже. Но не так. In 250 yards, bear right. Мне нравятся страны, где есть свой язык, но они все говорят по-английски. Вот Голландия такая. Bear right, then continue to the right. Continue to the right. It's okay. Continue 2.1 miles. Да, конечно, в этом плане водить важно. Вообще, водитель всегда оказывается гораздо важнее. Если человек не может водить вообще ничего, он может быть хорошим экскурсоводом. У него могут быть какие-то ночи. Но если нет машин, это все. Тогда что, волнуемся? Что ж is it now, huh? Yep. 12 o'clock. 12? 10 past 12. We have another 4 hours. Not much. I think 4 hours from now. Конец. Great power. Well, power station. Давай прям побольше заполняй сразу. Если мы сейчас полный наберем, до дома хватит? Самое дорого. Ну, сколько будет, столько и будет. Мне кажется, что... Здесь не будет дорого. Здесь, наоборот, все дешевле. На этом острове, где народ-то нету. В Уэльсе ты бы не снял бы за 60 на 3 человек в хорошей гостинице. Так, похоже, мы покидаем Англию и въезжаем в Холли Айленд.
даже снег на этом даре. В принципе, мы на гору пойдем в Англси, там вот эта гора, которую стоит посмотреть. На Гринвуд. Ева, я бы на Залан. Снова. If we go with Yugla, we would never go as far as Holy Island. We only see this monument. Holy Head. Historic Fort Town, yeah. There's a lot of to see there. Magic Snow. No? Hopefully we see it for today, but this will be it. So much to see. Oh, this is a train. This is where the train terminates and going from here till bridge. There's no connection. Sigle, this is a train where we would go with you. If we went without car. Turn left, then turn left. Turn left, look. Spot. This is a mountain here. Mountain of church. Turn left. This is a pretty little town. Turn left. Perhaps you should park here. And we'll go for a walk. Look how lovely here. Yeah, look at the town. In 300 yards, turn left. You're going on the mountain already. It's lovely. What's wrong with you? But anyway, this we should be on prehistoric monument now. On the mountain. How it's ugly. Так вот, вот что здесь? Стоп, стоп, стоп. А парк. Basically, women's boxing on the map. And look out for me, the customer. There was this was the Iraqi story of the old guy taking the young guy, and then the guy.
will let you to drive on the top of the mountain? We shall see. What sort of house is this? You understand what we need to see here? Yes. Hut, circles. Hut, circles. What is left from hut? Huts? H-U-T, hut. Ancient hut. Hut circles? Yes, hut. Any heart? Any сердце, no, 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 hut, hut. Там остались одних circles тоже. Head circle? No, hut. Хата, 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 хат. Хут, хат. Может, тебя сейчас, может, поднимем сейчас, хоть насколько возможно. Как люди тут живут, отделенные всего? Живут в своей комьюнити. Нет, я думаю, что Монголи вот этот вот. Architecture, kind of stone, overall, вот эти вот buildings, old houses. Похоже. Они интереснее. Нет, это все новое, видишь. Ну это да. Но все равно, видишь, это... Некрасиво. Это Welsh style, вот эти вот серые дома они строят. Страшно. Ну, страшно. Только когда ты поехал бы в Абадин, да вообще там это какой-то... Stone City. Все серое такое. Да, это мы в гору едем. Можно пешком пройти. Была молодая, я бы эту гору полезла. Ограничиваем возраст. Я просто чувствую, что уже тяжело. Не так, как было. А давай тогда здесь остановимся, что ли? Или она нет. Тебя сюда послала? Она да. Тебя сюда послала? Давай спросим. Стоп. We will not find. Can you please... Не надо. I'm asking you to stop. We will not find. I want to see them exactly. Может, место он сказал. Боря, if I'm asking you something, please. Где мы сейчас тут будем их искать? Nissan, ничего. Но Explore, у нас не так много времени. День кончается. Я хочу увидеть Destination, then Explore. Destination. Ну вот и что, здесь Nissan, ничего. А вот это что такое? Он еще какой-то Брайан Сайн. No Tower. Elvis Tower. Слушай, да ладно, остановись тогда здесь. Вот там еще какой-то сайн. Сейчас мы у людей спросим. Люди идут. Пойдем по фейбоку. Хотел Explore. Так, so... Hot circles. А там что написано вот на этом brown side? This is a lighthouse I can see from here. But we still can find this hut. Elvis Tower. Elvis Tower. So shall we go down? Or shall I go ask this one first? Out everything. Right. This is the Eiffel Tower. Well, what this is the main cliff. High part. Yes, exactly. In order for you to get, it's closed now. There? There's no point to go that there. Yes, you can go if you go to next car park that way and go through the bridge. This is another island, the third island. Don't get so close. No, there's no point to go there. You can see the lovely view here. Look, shall we do photographs here? Yes, now side of the road. You have to walk there. It's not private. Oh, look at this. But it doesn't look Roman to me. Houses could be Roman.
it's another island, south something. So here's the three islands. One is Anglesey, another one is Holy, Van Holy now, and this one is south something. But this lighthouse doesn't seem Roman to me. Так, а вот здесь он застал. И сам сын Эндерсен заглядывает? No, not really. But it's better than staying so close near a cliff. Look, with people going on the cliff there. Yeah, well, I agree. If you want to go to this lighthouse, you need to go all the way there. Yeah? You can stay around the cliff here, or you can drive till next car park and go all the way down. Но мы сейчас поедем в Хас. Подожди. Как они, какие они вежливые со мной, а? Прям даже приятно. Какие они вежливые со мной. Там мужик стоял, там кто-то что-то его спросил, какой-то англичанин. Он что-то ему сказал, there. И потом я подошла, он мне улыбнулся. We're going to circles now. Go back. This is the first car park we've been first. Yeah. Look at this. Look, first I want to see. Can you do me a picture here, please? Yeah. Who can? The road, this is a gate. Oh, look at the huts, we found the huts. Look, this is what they look for. Look, that's how it used to be. Yeah? Now what's now? Around 2500 years ago, Iron Age farmers started building this home steads under the gaze of mighty fortress which ringed the top of the mountain above. When the last inhabitant left, their homes were overlooked by Roman watch tower. The life of this self sufficient community has continued despite the rise of the invading empire. This slopes конечно, поросло уже травой давно. Современные дома построили. Пойдем. Так, ну вас, Борис. Ну-ка на, снимай меня, пожалуйста. Stone circles. Другой камеры снимаю. А? Where's the shit hole? Там он был в туалет даже. Это prehistoric houses. Yeah, they definitely cook there. Вот
make you think it's maybe it's a well? Well, why is it in a perfect shape? That's kind of cool how I found that furnace, though. They actually cooked here. Yeah. What surprised you? Shall we go further, Boria? There's a nice view on this mountain for Anglesey. Or you prefer going to lighthouse? Ну, давай тогда сейчас вот это посмотрим. То есть не хочешь туда? Там lovely view. The nice things we need to see today is... Подожди, Глеб, ну-ка стой здесь, стой. It, yeah, that's definitely a shithole, and that's a furnace over there. I wonder how they did it so neatly, so round. Don't know. Maybe it's a well. It's not hard to make a hole in the ground. Do you realize it all happened nearly 5,000 years ago? How did possibly can do something like that? I know. I can't believe people used to shit back then. There's a cooker. The fire probably was there. Yeah. Okay. Feel a little bit, house is there. Okay, close up. No, not me. I go there. Boris, say cheese. Cheese. Look, now can I do this house? Me walking in here. It's a bit dark here. Yeah, that's nice. Which one you prefer, Gleb? Shall we take all of us, taking one house? I like this one. It has all the stuff there that I need. What about Boris' one? Yeah, there's a shithole and a furnace. Which, you know, it's got all you need. You I'm with Gleb. No, you can't. I'm with Gleb. You have to pick up. But it has all the stuff needed to live. I have this. Look at this big room here. Well, you've got to make your own shithole then. That's how it's work. Okay, I'm gonna stop filming now. No, please keep filming. I like this little room. Actually, I like little room. This was mine. Don't walk too fast. Did you stop when you're walking? No. Please, you need to stop when you're walking. Alright, now, do my picture here, will myself. I do it myself now. This is prehistoric village. Right. It's another one. Wow, this is lovely circle. Еще одно, какое ровненькое. Еще один, где Глеб. Да, здесь есть что посмотреть. I lived here, I think. Away from anyone else. Oh, look, I want pictures here. Would I do my picture here, please? But again, look, if you do the picture first, yeah? Okay, this is tiny bedroom again. Глеб меня снимает. Oh, this is again. Look, this is again. Look, my family lives there.
Что осталось? Можно так сделать фотографию. Маяк. Римский маяк. Как говорят римские. А где же мои дети? Здесь так высоко. Мои подойти. Сколько здесь ступенек? Did you go down? Huh? Did you go very down? Yes, very warm. Way down and up. It is very hard to go up. Who? That's what I think. I think I'm not going well all the way down. But I want to see this hole. What is this there? The cave there in the water? Well, that's the only things I would like to see. And would you make my picture here? Да, это просто электричество. They claim it to be from Roman time. How in Roman time they use it like houses, they don't have electricity. Huh? Well, they've been very advised, but they didn't have electric. Так, right. Я иду по этим жутким ступенькам. О, я их так люблю. У меня еще и сумка. Глеб с Глебом. Глеб с Борис. Выдохлись. Я вообще так... Hi. Okay. Ay, what are you doing? Picture? Так. Ну что, дошла бабуля? Я как с ужасом думаю, как я буду подниматься. Ну что, let's go? Знаешь, они что напоминают? Ласточкино гнездо. Да. Спуск это самый. И также остров. Я не помню. Но там нет такого выступа вроде бы. Нет, я семейс не помню. Кроме того, что там комики. Да, a lot of people. Hey, man, you guys well. Thank you.
кто-то в Англии говорит, кто-то другой мир. В самом деле. Ну хорошо. Слава Богу. Побольше сможем посмотреть. Ну да, тогда сегодня уезжаем, да? Ну, наверное, да. Лем не хочет пропускать. Давай тогда сейчас посмотрим быстренько эту церковь. Окей. Ну давай. А, забей. Я не знаю, где сама церковь, она где-то в центре. Поехали в центр города. Ты же говоришь, что ты знаешь, как доехать до нее. А подожди, что тут здесь такое интересное. Ну давай, заедем. Наверное. Там прям гора сама. А? Давай, заезжай. Тут совсем близко к горе. Лысая гора. Плешивая, точнее. Тут паркуется даже. Машин нет? Ну, машина там паркуется. Там это... Сможем там... проехать? В принципе, мы посмотрели три prehistoric monument. Всех все равно не посмотришь, их тут много. Недостаточно. Two biggest chapter and one settlement. Посмотрели лайтхаус, посмотрели вот побережье. А то та часть побережья, она не такая же, вообще не знаю. Ну давай тогда действительно сейчас быстренько посмотрим эту самую церковь и поедем уже к выходу. Самое зайдем на интернет и поищем въезд на вот эти вот горы высокие. Мы забеем в интернете highest point именно это самое. Ну сейчас пока интернета нету. Сейчас не надо, чтобы он ловил Ирландию. Slowdown, тогда это будет уже Уэльс, это не будет здесь. Ну да. Ты хотел здесь Mountain посмотреть? Нет, я говорю Slowdown. Как ты собрался ехать в Сноудон? Сегодня. Мы не успеем сегодня. Мы сегодня... Ты же хотел посмотреть вот эту другую часть, Англси. Okay. И там, по-моему, вот эти горы, они есть. Нет, нет. Там горы в Сноудоне. В Сноудоне это вообще Уэльс. Это не остров этот вот. Мы не успеем, да? Сегодня, мне кажется, навряд ли. Мне кажется, сегодня мы даже не успеем посмотреть другую часть острова. Если только на одну ночь Давай. Еще останемся. Есть другой вариант. Ну, Глеб, он не очень подойдет. Это самое, доехать до Уэльса и до Лондона хотя бы. На ту сторону выехать с моста и остаться на одну ночь, и уже завтра тогда горы. А с островом сегодня закончить. Вот с Глеба. Сейчас, давай сначала церковь посмотрим. So I give to you, assuming you know. Holy Head Church. Saint Sibby Church. I think, yes, it is, yeah. How to get there? Is there a postcode there or something? Oh, yeah, the postcode. A directional area? Uh-huh, please. Wait. Дай мне лучше это самое. Actually, one. Direction, no map. Direction. Забивай сюда, postcode. Why does your phone not let me go back? You can go back. It's not let me go back. Дай. Открой, женщина тебе скажет. Да подожди ты, мама. I don't like asking. We already been on the street. I want to look. На юго-запад. Не ask. Давай тогда я спрошу. Потому что лучше вот так время терять. Она должна быть как бы внутри. Где-то здесь. Сиби Чоч. А, вот, наверное. Вот он, наверное. Вот она. Ты можешь парковаться здесь? Сиби. What is saying here? Yeah. Сиби. It's all Welsh. Is anything in English here? Oh, yeah. Fortress of Sibi. This is 1000...
700 years old. So when it was built, huh? Mm-hmm. Yes, 300. Historic heart of the town, Roman Fort. It is named after Saint Sibi, who established a church here in about 540. Yeah? Она меня. Выключи ее. Navigate. Пойдем. I don't even know what the app is. How much is it now? I don't know how to stop it. Oh. VT? I don't know, Глеб. I thought you know. Yeah, holy hell. Красивый церковь. Смотри, как. Ну, когда еще мне сделаешь мне фотографии здесь. Борис, пока еще. Так. Very old church. Nice. Yeah, but not old enough for you. Well, this is different way on different region. Well, this is around town, look. That's pretty church. Very nice. Come on. Open the gate. I believe this is open as well underneath. Phoebe, what's the name? Phoebe. Is there a lock or not? Okay, let's go around. It also has thieves that will steal from the church. And terrible, what is that? They don't open the graves. Huh? They open the graves. I don't think they are graves. Well, they are. Are they? Yeah. I wonder how old they are. They're not entirely very old. They're using English language, this was strange, instead of Welsh. Is there a way through there? Смотри, солнечные часы, Глеб. Солнечные часы, sun clock. It's a weird clock. Then work? Some sun is shining on this way. They recognize. I'm not going through there. No, it's come out. That's big church. Shame is closed. Oh. It's nice little city. Post office, he's in the library. Let's drive forward. I go this way. Крисмас, Крисмас. Здесь очень даже симпатично. Я сказала ему, ехай сюда. Clifton House, Chinese takeaway, George Hotel. Clifton House. I don't know what is this. Это значит Holy Head City, capital of on Anglesey. Also this album of Holy. Машину. Конечно,
за дорогую гостиницу я платить не буду, но это такую же. За 60, ну почему нет? Обед в Макдональдс. Я пообедала в Макдональдс без всяких заморочек. Сейчас? Нет, сейчас я не хочу, сейчас только световой день. I'm not hungry. If you're hungry, there's a food there. Continue 3.9 miles to junction 3. Но зато я должна быть дома в понедельник. В понедельник кровь из носа. В смысле, что в понедельник вечером, что в вторник у меня уже был свободен. Сколько у тебя сейчас бензина осталось? Сейчас. More than half? Three quarters. И это enough to go home? I think so. That's not bad. Outstanding natural beauty, that what it is. What part of this island? I don't know. Look at this disgusting huge dog. Look at this disgusting horrible thing. Like Trump. Set right here now. Only here. That's not very far. If you want to go all the way here, it's already 3 o'clock. Машинка пока едет. Until we see the island, till it's... Some oil, huh? Oh my god.
So what do you need for that? Another garage? Maybe a shop. What but door? A desk goes. Oh. You know where to put it? Well. Нет, конечно. А? Откуда? А как ты собираешься знать? Ой, да господи, откуда я знаю? Я ничего не смыслю в этих машинах. Вообще ничего не смыслю. Для меня это too technical. How can I know your ability? What you can do, what you can't. Look at this tower. I wonder, what is this tower? Tower. Just. Who's about to do this house? Мы видели, написано ugly house, Gabby, remember? We've been in Wales last time, we see ugly house. It actually was looking something like that. You don't remember, I even have photograph there. I don't know, it was just saying ugly. Мы пчела трактурист. Или когда мы ездили тогда кемпинг. Тогда мы ездили в South Wales. Свомзи, вот это вот. Свомзи. Actually, we didn't go. Шотландию. Шотландию? Ну там М1. По ней легко было ехать. Не знаю, сколько. Ну долго, конечно, расстояние-то какое. Даже, по-моему, мы там думали остаться на ночь, но не остались. He done very well then. Okay. You know? Yes, you have some, you know, ездили. Lake District, он там все на свете перепутал, как всегда. Проехал miles and miles to Scotland instead of McDonough. Прилетели, что это ты уже сколько лет прошло, как ты университет закончил? 7 лет? Обалдеть. In 115 yards, turn left. Turn left, then turn left. Left here? I can't. It's closed. I can't. It's in. It's in. Continue. 5.7 miles. Фу, как с тобой сложно. You mean we saw the moorings today? When? Только что. На это самое. Они не ехали от этого. Ты правда думаешь, я смотрела? Мне меньше всего интересно. Я смотрю вокруг. Достопримечательности. Lobster pot. Seafood. Ой, I would fancy lobster now. I would as well, actually. Gleb doesn't like lobsters. I love lobster. So do I. Chinese are Ну, посмотрим. If there's a ZZ, we'll go to ZZ. I mean, No, don't look. I don't want to like this. Shall we just go spontaneously? Just out of curiosity, I just want to see if it's actually a CZ now. Я хочу эту самую чехань из камня. It's not easy to find. Actually, today's Sunday. You may find a cavalry. What about English cavalry? English cavalry. Boris doesn't like English food. Do you? No, I don't. Yorkshire. Roasties, huh?
нормально. I like everything national. But я не терплю Mexican food, it's absolutely disgusting. Поэтому мне не нравится вот это вот, как оно? Ну вот это твой ресторан любимый, как он называется? Your favorite restaurant? Which I don't like. No, which I don't like. Portugal, Nando's, yeah. Nando's is, Mama, this is South Africa. Oh, that is why I hate it. South Africa. That is why I hate it. No, it's North Africa. All Africans fire. Huh? Ну, Мозамбик, это Африка. Ну, Клебушка, это South African chain. South Africa is absolutely disgusting. Клебушка, again, Nando's is from South Africa. It serves South African food. Well, everyone, all the Portuguese people know what we say it's from Portugal. A dumb one. It's a fact. If Boris know, don't argue with him. He's always saying for certain. Mozambique is Africa. It says Africa. That's a Portuguese territory. It's a colony. But they are Africa. They speak Portuguese. This guy who worked with Joe, brown one, he was from Mozambique. He speaks Portuguese. Назовем его East Coast. No. It's West Coast. North? Нет. West Coast. Нет, подожди, on the West, это вот этот вот island. Вот там вот, он on the West, он very West. Более, так, а он вот в эту сторону. То есть он получается North. Да. Northwest. North. А Bridge? Oh, Bridge. It's on the East. Away on the east. We nearly parallel with them. Нам сегодня просто безумно повезло с погодой. Ты знаешь, какая тут погода в Уэльсе? Постоянно дожди. Домой работать надо уже, у меня будут клиенты быть завтра. Разленишься. Но мне тяжелая неделя. Я надеюсь, эта неделя еще пустая, кроме пятницы. Вот Christmas special, тогда да. Это что, свиньи что ли? Нет, это баран. This is the Welsh flag. Nature reserve.
see the post. In 500 yards at the roundabout, take the first exit. Churches. It was out Tao at all. Well, churches. Нет, все-таки лучше наших церквей вот этих вот с круглыми башнями. В Англии нету. Notice what town is that? Careful woman there. Huh? Did you notice what town is that? Ну вот это все это. Куда мы ехали? А как он называется? По-моему, мы ехали на какой-то бэй. Ну это и есть бэй. Вот это очень похоже на Конвол. Когда не забудут Конвол, вот как раз такой спуск был у нас. Помнишь, мы там сидели в ресторане, когда получили эту жуткую новость. Look at this. Крепочка so gorgeous. Нет, стоп. But I don't think it's even a beach. It's marina. See, that's beach over there. Right, I think we should do it. But you can't park here. Look, there's a, in front of it. There's the plane there. Why don't you just carry on along the bay? You know you need to go that way, don't you? Okay, Gleb, let's go. Здесь нужно вниз спускаться, вон видишь пляж. Гудвин. So let's find the place. Остановка у нас Амлух. Амлух.
смотрю, солнце садится. Так, если продолжаю снимать на это, то мне тут нет. Совсем уже батарейка села. Буду тебе. Будет тебе.
Oh, look, yes, it is a castle on the water, look. It's beautiful. Please do it quick till we can see. Chance to film myself, can I? No, сделай мне фотографию быстренько. I'm guessing you don't have any painkillers. Look how beautiful this castle in the wood. It is just after conquest. It is nearly thousand years old, a little bit less. About 950. Well, you could get to pay if you come in the daytime. Now it's already too late. But look, I meant to build something here. Look how beautiful this castle on the water. Yeah. That's nice here, nicely did that. Oh, look at this lovely hut. With another one because there's a light. Careful. Another one is 5 minutes. No, let's go to another. It's 5 minutes away from here. It's very close. They're close to each other. Well, you still can do this with this. It's not too bad. Yep, look at me. Come on, let's go to another one. Вон эти горы покрыты снегом. Там же на той стороне. Пиамарис касса. Пиамарис. Сейчас поедем к следующему. К следующему мы не доехали, оказывается. Это был по дороге. В том порядке поставили. I can focus. Look, now what I can see. I can see you. No, don't go. Look, this is a focus. I can do myself with this one. Right, okay. На, делай меня тогда. На, держи, просто держи. Ой, вот это вот рукой не прикрывает, а. Right, what can we see here? Can you see me? Mm-hmm. Can you see on another side? This is the mainland. Mainland of Wales, yeah? Where we are now? It is very end of Anglesey. Yeah? So it's only a little distance between them. Can you see me well there? Mm-hmm. Так, не выключай. Боря вылезает из машины. Ну тут тоже, здесь пляж никакого нет, одни камни. Ну что, пойдем на пляж, что ли? Ну пойдем на пляж, в туалет сходить. Кстати, Катя, ты заметил, что море чистое, прозрачное? Вот ближе туда, вот к Ирландии. Западнее, а вот тут оно уже такое же грязное, как он мутное, как у нас. Время только. 5 еще нет, уже темень какая. У нас все-таки темнеет немножко попозже. У нас там, видно, прикрыто горами. Пойдем? Тогда вот этот Бангор. Ну какой-то ресторан здесь особенный. Чайниз. Нет, если конечно это очень дорогие цены, то лучше не надо. Shit. Вообще какой-то похож на отель. Вот он дракон какой сидит. А? Вот?
track. Не. А. Они китайские, кстати. Ну, это самое. Ну что, не пойдем сюда? Не. Так, это оказался Уэллский дракон и Уэллский ресторан. И очень дорого все здесь. Вон там прям уже через это уже начинается Уэллс. Холодно. Я разделась, думаю. Все, валивер. Под землю. Как мы ехали под землю? Мы ехали. Раз здесь есть проезд, да там под рекой получится, а не под землей. Раз там есть туннель. Конечно. Мы не приезжали. Вот, все, мы в этом самом. Гвинет. Это Каус. Все, Вейн Вэллс, Мэйл. How cold is the city? Bangkok? No, it's not Bangkok. Bangkok. Oriental store. Rascals. Моррисон. Мне кажется, мы все же приезжали, и это был другой Моррисон. Is Morrison is a Welsh shop. Turn right. Нет, давай ездим. Давай тогда еще. Ну давай. Есть. А у нас в церковь еще. Мы прямо в самой церкви. Так темно. Здесь парковаться-то можно, только make sure you can. Look, the saying something here. Я тебе помогаю. Бангкор. Ну все светло здесь еще. Здесь хоть иллюминация. Where's Boris going to? Stay. Вот это? Нюдл? Это есть чайниз? Так, ладно, где возьми меню? Ну вот, Бангор ночью. Вот эта церковь совсем не видна. Совсем не видно. Тут же. Но он, наверное, считается относительно большим городом здесь. Так, ладно, пойдем туда. X. Пойдем домой сейчас. Хватило одного дня. Боря еще заболел. От Лели, наверное, заразился.